восход, свистнул белый пароход. Он три раза флаг свой поменял, а? Вот бы мне тоже поменять кожу, только не получается. И бреду я отчаянно бездорожьем. Но даст Бог распогодится, дурна дьяная ночь моя. Зависимость от наркотиков и алкоголя – это смертельная прогрессирующая болезнь, которая может поразить любого человека и любую семью. Не отворачивайтесь от этих людей, помогите им. Меня зовут Марина Пас. Более 8 лет мой центр Back to Life представляет в Америке известную израильскую клинику «Феникс». Уникальная команда врачей, которым нет равных. Вместе мы победим зависимость. Если в Израиле открыто для лечения, звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363. Brierwood Insurance – это надежные страховки на дома, автомобили, бизнес. 718-297-33-29. Brierwood Insurance – это 20-летний опыт, лучшие цены. Звоните, приходите. Офисы в Бруклине и Квинси. 718-297-33-29. 718-297-33-29. Пожилым людям крайне важен уход за ногами, регулярная и профессиональная обработка ногтей и ступней. И пандемия не должна стать этому помехой. Именно поэтому Центр по лечению и уходу ног полностью переоборудован под работу с COVID-19 и соблюдает меры предосторожности строже, чем требует город и штат. В офисе установлены умный очиститель воздуха, доктора, ассистенты и все работники отделены от пациентов прозрачными перегородками. Инструменты стерилизуются как в операционной. Центр по лечению и уходу ног удобно расположен в Бруклине и всегда готов оказать услуги по лечению и уходу за ногами пожилым людям в полной безопасности. Звоните 718-339-0011. 718-339-0011. My name is Dr. Sheldon Green. Мое имя Шелдон Грин. Я доктор медицины и также адвокат. My name is Кил Зохар. Мое имя Кил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-50-99. God bless you. Сила вашего иммунитета в здоровом желудочно-кишечном тракте. А что нам нужно? Пробиотики. В каждой порции LifeWay кефира содержится 12 высококачественных живых и активных культур, которые помогут вам каждый день укреплять ваше здоровье. LifeWay кефир – это продукты, которые выбирают миллионы покупателей более 30 лет. Наши заказывали, друзья, все, кто с нами ездят, наши люди, и не жалеют об этом. Мы хорошо сидим в компании Его Величества Царя. Царь, я не знаю, как мы это обычно говорим. Ваше Мария Кианов. Мария Кианов. Абсолютно. Адрес давай дадим. Адрес давай. Магазина 2584 Коня Алтевни, угол W. Это наша рекомендация посетить настоящие царские палаты, огромное количество деликатесов. В которых царство просто икры неимоверное. И Олег только что нам рассказывал о том, какая свежайшая икра прилетела буквально накануне вечера. Мы ее только что отведали. Золотисто-фантастическая, да, малосольная, прекрасная, нежнейшая икра. Это Калуга? Да. Калуга. Потрясающая икра, советуем. Кстати говоря, вот весна, мы все время говорили о том, что весна и авитаминоз, и нужно себя подпитать, и
вместо того, чтобы запихиваться витаминами, в которых в составе витаминов все знают, там какой-то процент витаминов, а остальное кальций и другие истории, лучше отведать икры настоящей, правильной, натуральной. Ну, Олег, у меня вопрос, а сохранились ли, наверное, немножко некорректно об этом спрашивать в наше время дикой инфляции, но сохранились ли у тебя какие-то скидки на икру? Конечно. На космическую 20%, на колобку 10%, на красную 10%. Ну вот вам, пожалуйста. Но, друзья, мне дополнительный повод зайти. Еще можно на эту разницу взять себе рыбы. А рыбы в магазине видимо-невидимо. Да. Давай пару слов об этом скажем. Ну, в первую очередь, чилийская селедка, голландская селедка, балыка, осетр, горячее, холодное копчение, форель, горячее, холодное, скумбрия, горячее, холодное, вайтфис, горячее, холодное. Сибас, Палтус. Очень большой. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас уже начинается такой, знаешь, вариант, когда можно будет что-то пожарить на улице. То есть еще немножко, чуть-чуть пройдут дожди. Есть что-то у нас такое вот необыкновенное? Я люблю баранину, это челохать. Великолепно. Новозеландская, австралийская баранина. Ну, конечно, готовится просто буквально несколько минут. 4 минуты. С одной стороны жарю, 4 с другой. Используя только соль, перец, это самое, и одну минуту уже с закрытой крышкой, чтобы не сомелось, и вообще. А что-то рыбное? Балаки, стейки, осетра, да? Можно либо пожарить, либо шашлычки. Вот пока жарятся ваши шашлычки, или рыбные, или мясные, вы возьмите на разгончик, друзья, вот здесь у меня еще осталось, вот такие тоненькие-тоненькие пласточки мяса. Да, это разного мяса, два вида. Есть свиное, есть говяжье, это тоже эксклюзив, это тоже особенный продукт магазина «Царь Кевер». Пару слов, Олег, об этом. Тоненько нарезанное, нежнейшее мясо. Оно не копченое, оно вяленое, чтобы вы знали. В свое время я привозил троих технологов, мы разрабатывали колбасу, вяленое мясо и тушенку. Тушенка у нас великолепная, 7 видов. Это баранина, свинина, курица, турочка и говядина. И халяль есть курица и баранина. И баранина халяль. И, кроме того, вот вяленое мясо, это говядина, свинина, оно как бы прошито. Готовится. Замерзло, да, тонко нарезать под красное вино. Прям великолепно. Ну, знаешь, вот уникально, вот я, вот давай сейчас скажу про говядину, уникально то, что ни в одном магазине подобного качества не бывает. Да вообще такие, такое. Да, очень многие путают, ребят, это не пастурма, поверьте, оно другое. И это не копченое мясо. И не так, просто вы должны прийти в магазин «Царь Кевер», у них это специфичное мясо, только продается в этом магазине. Поверьте, нежнейшее мясо, и всегда этим можно увидеть гостей и порадоваться. Олег, еще пару слов для мужских компаний, которые ходят в баню нам посидеть под пиво. Это, конечно, это корюшка, это лещ, аранька, щука, судак, есть даже жирик. Да, кстати, тоже очень редкая штука. Друзья мои, а еще есть сибирская рыба настоящая. Омоль, муксун. Великолепная рыба, обалденная. А скажи, у тебя какая есть рыба? Соленая, вяленая или есть и копченая? Как то правило, идет горячее, холодное копчение и вяленое. Три вида. То есть сразу можно себе прийти и здесь выбрать три вида на любой вкус. А вот скажи, пожалуйста, хорошо, вот мы сейчас об этом говорим, а вот о том, с чем удивить, знаешь, вот более-менее такими продуктами, как крабы, там, крабные ноги. Морепродукты. Вот, морепродукты. Знаешь, есть люди, которые любят эти деликатесы. Привет. Крабовое мясо у нас очень много, в стекле есть, в металле там несколько видов. Производителей очень много виды. Ну и, конечно, которые нужно варить, это клешни, либо ноги. Есть, да, краб. Ну и креветок много, я помню, у тебя. Креветок очень большой выбор. От самых маленьких до самых крупных. Коней таких огромных, да. А это, кстати, вот, видимо, ты сам тоже живешь. Ну и армянские раки есть, никак, кто-то услышали об этом. Они есть в магазине? Естественно, как любая женщина, не могу не обратить внимания на шоколадную страницу, совершенно восхитительную, представленную лучшим шоколадом. И, Олег, спасибо большое за то, что есть варианты просто от небольшой шоколадки, так иногда себе просто прикупить вот так вот еду в эфир, да, заглядываешь, что-нибудь такое к чаю. И до коробок, конфет, зефир. Раз, подарок. Я не знаю, мармелад, чего вы хотите, и варенье есть, и джемы есть, и
Как говорится, и сам чай, и к чаю. И чай у тебя есть особенный, его так много разного. Вот чайная страничка у тебя какая особенная? Я специально летал в Индию, ходил по плантациям и выбрал там чай, Тадж-Махал. И стараешься... Заварной чай. Чтобы не переводился. Не пакетик. Да, он его настоящий. Надо заваривать в чайнике, настаивать, и он правильно еще. Очень вкусный, такой, прекрасный. Со своим ароматом. Да. Таким необыкновенным. Так и есть. Любители чая, поверьте, очень необыкновенный аромат. Но нужно правильно заварить чай. Это все владельцы магазина. У нас такой человек, который знает это. Бывает, ездит по всему миру. И вот, знаете, интересуется, спрашивает, даже знает, как правильно заварить чай. Да, еще какое варенье можно подать к столу. Да, начиная с белого.